Людям на тебя смотреть, думаешь, приятно? Сука, я сидел реально минут 5, наверное, ржал с этого комментария. А потом написал ему, что он просто ничего вообще. То есть тупо информационный шум, который влетает, вылетает. Это мы где? DLC уже лучше, чем основная игра. Боже. И кого убила Тося? Ух, твою мать, боже мой. Тося, верни. Нет, Тося, ты спи. Ты спи, Тося. Я поведу, а они будут отстреливаться. Нахуй это место. Хорошо, как скажешь. Мама моя, куда я иду то? Жопа при мне. Я вообще ничего не видел просто. Вообще не видел, куда иду. Есть моменты, которые меня бесят. Сегодня вот практически одни моменты, которые меня бесят. И были. Должен быть способ остановить его. Остановить или восстановить? Что у тебя с дикцией делаешь-то? Что? Он моя оболочка. Я управляю им. Очком своим управляешь. И то с трудом. Я пробежала 3 шага. В обморок. Дура, я не могу, у меня что-то пригорело, простите. Загорел, я вообще загорелый. Нет, нет, нет. Только нет. О, твою мать, ну ты бы. Блять. Ты чё разматерилась-то так? Ну, чат, давайте порицать кидну. Все разом. Так, ясно. Ну, типа, на воротах я был неплох, но она такая, что от нее вообще не увернуться от этой твари. Идиоты, боже мой. О, боже, нужны патроны по-прежнему. По-прежнему нужны патроны. Только ты издеваешься сейчас. Просто издеваешься, твою мать. Я думаю, Рубик убил меня только что. Он смог это сделать все-таки. Все было так хорошо. А потом стало как обычно. Ладно. Че нет-то? Да! Артур игру сломал.
Никогда такого не было. Дырка, дебил, вон. Расстроился такой. Сейчас он такой: я свои очки забыл. Угу, понятно. Опять каску не надел. Заходи ко мне, тварь, я покажу, что ты делаешь. Все пукнул, что ли? Хорошо, ладно, хорошо. Вечно обиженный мудила. Не-не-не, не открывай. Ой, серьезно? Я, пожалуй, пойду тогда. Давай, дура, 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 да, давай. Тысячная доля секунды. Так, ну ладно, можно было сделать проще вот так вот, но, типа, надо же делать все на стиле. Вот, так я и сделал. Я надеюсь, что кому-то это понравилось. Кто-то оценил это по достоинству, ведь это был действительно хороший выстрел. Да. Аху! Вяю! Вас слишком много. Я тут одна, вас много. Сука, серьезно. Ну не может такого быть. Ну не может, понимаешь, игра. Ты не отвечаешь. Ну как это вообще работает? Я не буду делать это быстро. Я не дам ей сразу дойти до... Пика, я... Хочу послушать эти звуки, надо их на донат записать просто. Ты будешь любить меня вечно, улитка. Ты будешь ждать моего прихода. Ладно, все, хватит. Вот это. Джозеф, I'm coming. Ага. Пиздец. Серьезно. Ты как школьник вот это. Далеко ты не уйдешь. Это было хорошо. Фильм. Это что, ксеноморф? Это мозг и прямая кишка. Нет, подожди, это желудок и прямая кишка, да? Сердце. Значит, это не желудок. Или это желудок, да, это пишечный кракт. Помню фильм «Токио», горело. Фильм «Токио» — это была просто дичь. Там он из трех фильмов состоит. И один из фильмов называется «Мистер Мерде». Говно, короче. Про человека говно. Я никому не рекомендую смотреть этот фильм, но при этом я посмотрел, и мне понравилось. Это такой больной фильм был, я просто таких больных фильмов никогда не видел. Так, печень, почки, отлично. А что же здесь? Сейчас я буду писать. Это легкий, Артур!
Так, банить всех, кто писал «Стреляй в мозг». Всех до одного, ладно, я шучу. Какого хуя? Чё? Чё? Я патрон на чё срал сейчас? Какого хуя?